Відкритий брак. Ну, коли чоловік з жінкою живе, чи як? Я не розумію. Открытый брак – это, скорее всего, когда люди доверяют друг другу. И в первую очередь, когда они, как друзья, могут поделиться всем, чем угодно друг с другом. Потому что очень часто скрывают люди друг от друга истинное лицо, на самом деле, в масках. Открытый брак – это люди, когда живут вместе, но еще не обвенчались. Это когда семья зарабатывает деньги разом, а потом начинает делить кожен на свої потреби, якби сімейного бюджету цілого немає. Громадянський шлюб певним чином є формою відкритого шлюбу. Коли люди мають право спілкуватися з людьми іншої статі, відкрито. Це коли партнери можуть мати відносини з іншими на стороні і якби не скриває. Открытый брак – это, наверное, когда и муж и жена позволяют себе секс на стороне. Гражданский брак, там, открытый, как, там, я не знаю, как их называть. Наверное, вседозволенность такая между молодыми людьми. Сегодня могу с одной, завтра могу быть с другой. Это если мужчина и женщина, они в браке находятся. У них есть разные половые партнеры, они не разводятся. Я бы отреагировала 100% отрицательно. Если меня все устраивает в отношениях с мужем, гармоничные сексуальные отношения, зачем мне еще кто-то третий, четвертый и так далее? Я бы не жила с человеком, если бы он запропонувал такие стосунки. Я бы не смогла жить в таком браке. Унизительно такой брак. Я бы негативно отреагировала на такое предложение об открытом браке. Я за настоящую семью. Я бы не погодилась, если бы мне сказал мой коханый: сьогодні я сплю в спальні з тобою, а завтра спи зі мною Ніна з 4-го поверху. Я сказала: ти знаєш, що, коханий, певно, що мені доведеться за тебе посумувати, але недовго. До побачення. Погодився на відкритий шлюб. Якщо б мій мужчина предложив мені відкритий брак, я б відреагувала на це положительно. Відкритий брак, кожен робить те, що хоче. Можливо, якщо у мене буде такий партнер, якому це буде приємливо, я над этим подумаю. Если бы мне моя жена или девушка предложила мне открытый брак, я бы согласился на 100%. Если бы партнерша мне предложила свободные отношения, я бы поговорил бы с ней серьезно. И она бы уже по такие предложения больше не делала. Если бы мой партнер, муж мой, предложил мне открытый брак, получил бы тренделей, потому что я такого не принимаю.